На металлурге жители активно голосуют с раннего утра. И представители старшего поколения, и молодежи. На избирательном участке в школе номер 112 их встречают с термометром. Если все в порядке, дальше человек идет голосовать. Тамара Барабошина – наблюдатель избирательного участка в Кировском районе Самары. Она активно мониторит происходящее, следит, чтобы не было нарушений. В связи с сложившейся сложной обстановкой, в первую очередь, соблюдением санитарных норм. Ну, второе, чтобы, конечно, тайное голосование. Нарушений на участке нет. На данный момент пока не было. Все легитимно, все прозрачно. На всех избирательных участках соблюдаются санитарные нормы. На входе измеряют температуру, выдают средства индивидуальной защиты. Голосующие соблюдают социальную дистанцию и к предпринятым мерам относятся с пониманием. Понимают, что это необходимая мера, которая необходима для того, чтобы не распространять и противодействовать дальнейшему распространению коронавирусной инфекции. Поэтому мы не видели каких-то негативных моментов. На участках также продумали маршрут движения людей, чтобы потоки не пересекались. Вход сделали с одной стороны здания, выход с другой. Все работники избирательного участка снабжены всем необходимым, будем говорить, так сказать, оборудованием и перчатками, средствами массовой защиты. Все происходит в штатном режиме, все происходит нормально. Жители города принимают активное участие в голосовании о внесении изменений в Конституцию России. Я сегодня пришла проголосовать, потому что я считаю, что каждый должен проявить активную гражданскую позицию, прийти, проголосовать, потому что голос каждого очень важен и нужен. Сегодня с участков можно уйти счастливым обладателем ценных призов. Мэр Елчан, Сергей Баскин, события.